Мини-футбольный клуб «Тюмень» последний тур уходящего года проведет дома. Черно-белые сыграют с Ухтой, которая является лидером Пари Суперлиги. Конечно, не в оптимальном состоянии сейчас находится команда, потому что много было сборников, плюс травмированные игроки у нас залечивали травмы. Но, тем не менее, мы постараемся показать очень хорошую, добротную игру. Заключительную тренировку перед туром посетили ребята из мастерской «Мир» на Сургутской. Там работают молодые люди с ментальными особенностями. Один из наших сотрудников особых нарисовал портрет Александра Упалева, сегодня ему вручил. Мы вообще планируем сделать серию портретов теперь, вот, чтобы у каждого игрока был маленький подарочек от нас. У парня есть талант, видно, я даже не представляю, я бы не смог даже что-то подобное нарисовать кого-то, мне кажется, это... Нужно что-то иметь какое-то и чутье такое. Первый матч между Тюменью и Ухтой состоится уже сегодня в 19:00. Повторный поединок пройдет в субботу и начнется в 13:00.